Это фермерский дом моих бабушки и дедушки. Вау! Мы могли бы поехать туда на выходные, поесть, выпить и поплавать в озере. Мы не можем просто сидеть здесь и плакать. Мы очень сочувствуем твоей утрате. Нам нужно чем-то заняться. Это совсем другое дело. Да, это звучит именно так. Спасибо тебе. У меня не работает интернет. У тебя есть какие-нибудь услуги? Нет. Привет. Здесь кто-то есть? Я сейчас тебя найду. Чего он хочет? Помоги мне. Ты разрушаешь все вместе с нами. Это Моника. Мы все вместе справимся с этим. Зачем ты это делаешь? 3, 2, 1, я иду сюда.